Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Дина Бэш «Путешествие во времени». Так, ну что ж, давай, наверное, будем допроходить те уровни на 3 звезды, которые мы не прошли. Либо можем попробовать вот этот вот бомбануть. Как говорится, авось, может, что и получится. Так, выбор по динозаврам. Ну, я не могу сказать, что он прям великолепный. Так, пушкарь этот со своими бомбочками. Так, давай, выходи. Блин, ну опять, ребята. Опять тут на меня. Да как же так-то? О, блин, он попал, ребят, под удар. Кого ты бьешь-то, блин? Мне надо бить совсем не того, что ты... Так, допустим. Так, огненную надо быстренько, ребята, сейчас юзануть. О. Кто там опять закряхтел? Блин, там... А немного ли вас тут, друзья мои, собралось? А? Как ты думаешь? Может быть, хилочку позвать? Я, ребят, на всякий случай позвал хилку. Сам до сих пор не понимаю, зачем она мне нужна здесь, мне кажется. Хотя, если, может быть, меня будет... Блин, она будет меня хилять, но... Но не будет успевать. Слушай, надо вот этого. Давай я так сделаем еще. Блин, и вот вместо одного, блин, их тут аж целых 3 появляется. Пока выживаем только с помощью Рэмбо, ребят. Тяжеловато, конечно, получать. Слушай, ну смотри, вроде бы, ребят, справимся, но 3 звезды явно нам уже не светит получить. Так, здесь пробили. Бежим дальше. Сразу с удара. О-о-о. Да-да-да, друзья мои, тут именно вот этот вот чудик с пушкой. Фига он лупит. Опять. Ё-моё. Только хотел сказать, опять же, блин, это мамонт. Мамонт, в принципе, нам бы мог здесь помочь. 52 он стоит. Нет у меня массовых атак. Мне бы лучше бы массовую атаку. Я бы вот там бы, ребята, бомбанул бы. Было бы все четенько. Вот сюда бы. А ее у меня нету. Есть вот зато мамонт. Мамонта я позвал, друзья. Так, ломаем здесь. Ага. Мамонт уже здесь пришел, друзья. Если мамонт пришел, то может быть... А давай я еще одного, ребят, закажу мамонта. Подожди, я вот этого ханыга попробую сейчас завалить. Да уж. Нет, мамонт под хилами, ребят, это будет топ. Мамонт, когда его хилит. Хотя... Хотя тут... Пробивнуха все равно, ребята, идет лютая. Но мамонт-то у нас не из слабачков. Уж вытянет, я думаю. А если мы еще с тобой Тирекса позовем? Сейчас что-то добудет. Должен быть, друзья мои, какой-то эффект в этом плане. Их, конечно, тут на меня валит что-то уж слишком, как бы, дофига. Ага. Сейчас мы сделаем еще вот так вот.
Друзья мои, есть все шансы на 3 звезды? Есть. И мы это сделали. Мы это сделали. Осуществилось наше, как говорится, желание, наша мечта. Прикольно. Мамонт, ребята, под хилами. Это вообще что-то с чем-то. Если ему еще и уровень включать, это будет вообще топ. Так, огонечек скоро прокачается, да, у нас? Колючка скоро прокачается. И Дилофо, смотрю, тоже, ребята, идет уже ближе к прокачке. Плюс еще здесь награду. 1600. Подожди, я же могу, по-моему, сейчас кого-то вкачать, если я не ошибаюсь. О, у нас еще и новая локация открывается. О, так, друзья мои, там новый динозаврик нас поджидает. На золотом пути сколько нам еще нужно? Ой, дофига. Так, а здесь? Вот что мы хотели. 12 тысяч. Друзья мои, 12 тысяч нам нужно с вами, чтобы прокачать огненную бомбу. Ну что, попробуем здесь. Попробуем здесь, в принципе, на пиратах. Блин, мамонт, конечно, был бы топ. Мамонт вообще, ребята, топ, если честно. В каких-то моментах он даже, мне кажется, лучший. В каких-то моментах, мне кажется, что он даже лучше, чем тираннозавр. Хорош. А если мы сейчас... Слушай, ну по идее, ребята, нам бы надо призывать огненного стега и не париться. Логично, я говорю. Вот огненный стег у нас сейчас и подойдет. Он сейчас пока подойдет, мы с тобой... потихонечку тут разворотим вражеское гнездовье. Ну, одного-то, конечно, мало. Мы еще сделаем так. Мы прикроемся, как всегда, ребят, по хпшкам все очень плохо. Так, родной мой пришел. Надо еще одного такого же брать. Так, кто там у нас хил? Нам надо хила этого бомбануть, ребята. Хила мы этого сейчас уничтожим. Давай, родные мои, пошевелитесь. На 3 звездочки идем. Козырно. Ну что, вот тебе и 3 звезды. Открываем. Так, ребят, колючка прокачаться хочет у нас. Да, только лишь колючка. Ну и нормально. Но я, естественно, ребят, на колючку пока тратиться не буду. Я хочу прокачать все-таки себе огонь. А нужно нам 12 тысяч. Так, давай попробуем, наверное, вот этот этапчик пройти. Тут у нас, блин, если дают мамонтов, значит, здесь нужна будет, ребят, защита. Почему ты бьешь это? Мне надо, чтобы ты не это бил, а. А он бьет все равно забор. Так, давайте их тогда призовем сюда.
Так надо было сделать. Так, пойду сюда разберусь с этими аглоедами. Так, они там, по-моему, их отдубасили. Причем довольно неплохо. По идее, нам, наверное, мамонта бы надо бы призвать. Упс. Друзья мои, я пойду сюда. Покамись. Пускай лучше пушка в меня бомбанет. Да, отнимет очень много здоровья, но... Нормально все. Тут мама, кстати, не такой уж и медленный, между прочим, как в тех частях. Он там медленнее намного был. Так, мне бы главное не отдуплиться. Все, 3 звезды нам гарантированно будет, ребята, даже несмотря ни на что. Этап мы этот все равно пройдем. Но чтобы нам это не стало. Да, запинали всех. И 3 звезды, ребят. Так, там еще сундук мы с тобой получим. Окей. Так, и сундук забираем за полностью пройденную локацию. Ага, 12 тысяч как раз накопили. Смотрим. Островной сундук. 6 тысяч монет, круто. 10 самоцветов, колючка, пяток, спитозавр и кластерный выстрел. Плюс редкий шлем. Ага. Да, у нас тут, ребята, и плювик готов прокачаться. 18 тысяч. Блин. А тут огонь за 12 тысяч. Вот сидите и думаю. Ну, наверное, все-таки, ребята, я возьму огонь. Плювик у нас не везде выпадает, а вот огонь. Огонь везде. Так, и на Кентра шлем. Нормально прокачивается. Так, колючка 7 тысяч. Здесь 18 тысяч. В принципе, и того, и того надо прокачивать, ребят. И плювика, и колючку. Потому что они везде. Ну что, рискуем, ребят. До сих пор у нас с тобой пиратские острова. Че так вас много-то? Окей, здесь подбили. Нет, только вот тебя-то тут, блин, и не хватало. Есть. Здесь мы запинали их. Серьезно? Это уже портал здесь? Ребята, ну, есть. 3 звездочки. 3 звезды, ребят. Нормально, успели мы. Фух. Понеслась душа в рай, как говорится. Так, 500 монет. Это уже 1000.
1600. Нормально. 1600, отлично. Этих почему-то нам мало стали давать. Я не знаю, в чем проблема, но дают их мало. Раньше давали намного больше. Ну что же, погнали дальше. Так, если тут дают кентра, значит, здесь будут летающие бомжи. Так оно и есть, ребят. Меня только одно удивляет. Почему он падает с высоты и не разбивается, гаденыш, а? Хотя бы какой-нибудь урон бы получал бы. А он же нет. Так, я возьму все-таки, ребят, сюда кентра. Призову одного. И, наверное, я не зря призвал, потому что там летит какая-то бочка. Я понял, эта бочка была. В ней сидел пират. Угу. Так, значит, кентра я позвал, да? Кентра есть. Ой, ё-моё, куда бежишь-то ты? Ау! Шквал запинки идет. Отдубасили. А можно как-то, блин, побыстрее? Есть. Все, ребята, тут тоже гарантированно 3 звезды. Вот это, кстати, бегун очень неплохо сносит вот эти вот заборы. Пускай у него один удар, но он очень мощный, и он пробивает нормально. Так, у нас скоро снэп еще, видимо, прокачается скоро. О, огненная бомба на прокачку идет. Угу. Я очень доволен, что мы так очень хорошо идем. Очень этому доволен. Легендарный шлем, да, было бы, конечно, офигенно, но нет у меня такой возможности. Возьмем, ребят. Да, 1800, но так надо было сделать. А вот тут, ребята, уже дела как-то не очень хорошо. Во-первых, выбор динозавров, ну, вообще ни о чем. Я думаю, понимаешь. О! Иди отсюда. Че, Энки надо вызывать тогда, получается? Энки и Плювика. Энки, Плювик, Рэмбо. Вся эта команда наша. Допустим. Так, Дилофо вызовем, чтобы он издалека их бомбил всех. Даже, может быть, ни одного здесь дилофозавра придется вызывать. Так, ребят, колючка. Колючка, блин, пока долетит, слишком долго ждать. Но он успел подбить его. Что уже приятно само по себе. Так, этих. Так, что у них тут? Вот ворота уже, в принципе, ребят. И мы их пробьем.
готово. Остается просто добить тут одного хламона. И опять же этап, ребят, на 3 звезды. Плюс мы зарабатываем еще и сундук. О, да. Так, 500. 550, это уже 1050. Ну, нормально. Почти деньги отбили свои. Плюс еще мы заберем с тобой сундук за прохождение локации. Ой, тьфу ты. Ну да, тут за локацию, ребят, нам сундук дают. А ну-ка. 800 монет. Маловато, конечно. 32, Хэнк 5. Погнали дальше. Так, ребята, у нас там скоро уже динозаврик будет доступен. Так, а здесь дают плювика. Наверняка здесь понадобится кентра. Но я возьму плювика маленького. Ну и кентра, потому что тут 100% будут летуны. Ну вот о чем я и говорил. Кентра, ты бомбишь? Ага. Так, и нам нужен будет... Блин, нам дофига кто здесь нужен будет. Я, наверное, возьму все-таки огненного стега. Немножко не то сделал я. Кентра заднеприводный, блин, пополз. А там сейчас их разнесут, ребят. Плювик надо было брать, да, значит, получается. Давайте, ребята, пробейте главные ворота эти. Остальное дело техники. Есть контакт. И этот этап, ребята, тоже у нас на 3 звезды. Хе! Вообще такое ощущение, что локация с пиратами одна из наипростейших. Оу. Нежданчик, ребята, у нас еще один динозавр идет на прокачку. Блин. Как медленно набирается. Ребят, еще один динозавр у нас вышел на прокачку. Эй, началось новое событие, зацените. Так, легендарная Азия. А, вон еще здесь, бочки и клинки. Такс. Ну что, ребята, рискнем. Последняя у нас энергия. Сразу по башке наполучал, блин, звезделей. Целую охапку. Так, подожди, огненный Дейхан нам нужен, да? Оу! Ну да, конечно. Я ничего другого, ребят, придумать не мог. Вот только вот так вот бомбануть. Вообще логично, мне надо этого хмыря уничтожать, ребят. Да-да, я про пушку.
Сейчас я сделаю вот этот Хэнк. Все. Разнес я их тут. Да плювика бы дожить бы. Накопить бы. Было бы вообще замечательно, ребят. Я его призвал. Так этот не даст теперь покоя, блин, нервотрепальщик. Вон, Хэнк пока накопится у нас. Мамонта я все-таки призову, потому что я чувствую, я один тут не справлюсь. Так, вот, мамонт пока здесь разбирается, я вот с этим разберусь. Так, ты опять тут, а? Нервомотатель, блин. Ну тут, по-моему, явно на 3 звезды не выйдет у нас. Ладно, посмотрим, что получится по итогу. Да, маму-то вальнули. Тут пришла своего рода, ребята, подмога, но... Плюйки, конечно, там наяривают, будь здоров. Опачки! Здравствуйте, мадам Фу-фу. Она как-то бочкой бомбит, да? Нам главное бомжи хоть-то пробить, ребят. Есть. Хэнк, Хэнк, Хэнк. Спасаем нашего миленького динозаврика, ребят. Есть. Фух. Шикарно. На 3 звездочки, друзья мои, тоже успели мне пройти. Нарина найс, нарина найс. Так, плювик. Плювика, если еще вкачать, ребята, это вообще будет имбище просто. Просто, ребята, имбище. Да. Как-то так. Как-то так, ребятушки. Разблокировано Тирекс. Очень агрессивный нападающий, пугающий пещерных людей своим боевым кличем. И у нас открывается следующая локация, ребятушки. У нас жалко энергии нет. А ну-ка по обновке, что у нас там получается? 6000. А плювик 18, да? Даже не знаю. Мы можем с тобой и этого обновить, и колючку обновить. Но тогда мы не сможем с тобой спитозавра улучшить. Но спитозавр, в принципе, мало где присутствует. Да и эти тоже мало где присутствуют. Вот колючкой частенько попадает. Ладно, давай колючку. И вот так вот. Вынудили меня сделать. Ну что, дорогие друзья, на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.